Внешний вид нестационарных объектов города должен поменяться. В городе разработаны типовые решения киосков и павильонов. Здесь стремление города создать привлекательный и универсальный облик как для малых киосков, так и для таких крупногабаритных павильонов. Данная концепция разработана и размещена на официальном сайте администрации города. Новые требования будут предъявляться как новым киоскам и павильонам, так и уже к действующим. Сам внешний вид предполагается из композитных материалов, что в принципе, здесь по большому счету дизайн-проект объединяет все черты минимализма и лаконичности, для того, чтобы и это практично и умеренно по стоимости производства. Сейчас проводится индивидуальная работа с городскими предпринимателями и владельцами павильонов. Приобрести новый облик торговые объекты должны уже в этом году. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.